По признакам преступления предусмотрена часть 4 статьи 303, статьи 352.1 УК РФ. Он хранит средства связи, а также электронный носитель информации, содержащий фото и видеоматериалы с изображениями абонентских номеров. Дело в связи с изложенным возникла необходимость проведения обыска в жилище. Сюда, да? Да. 12. Телефон iPhone XR в корпусе белого цвета с характерными трещинами.